Всем привет. Не буду томить долго. Начну сразу. Вот, потому что я не знаю, сколько я буду стримить по длительности. Вот, но в планах закрыть ивент и сходить глазком бездну посмотреть. Вот. И может что-нибудь еще крутану. 4 дня осталось. S2 так и нету. Печаль. Да. Ладно. Пойдем, что ли? Потихоньку. Задание. Полетели. Ой, я не туда куда-то полетел. А! Скоро нас ждет новый баннер. Новый герой. Я лично, если буду выбивать, то я хочу выбить ходячую пушку. Так, а что, работает чат-то, да? Да, хорошо. Пойдем потихоньку. О, стоп. Галя, разворот. Разворот, поворот, отворот. Привет. Привет. Привет! От старта чуть-чуть больно на игру, да, там делаем вот так вот. Мне кажется, она громковато работает. Мне так кажется. Судя по этим. По шкале. Еще сундук, ребята. Еще сундук. Сколько тут сундуков на квадратный сантиметр? А, вон еще. Сейчас, погоди. Вау. Убиваем. Убиваем. А, или это не то? Так, а я не... А что надо сделать? Куда-то его надо вставить. А, вон. Все, я понял. Я понял. Я понял. Наверное, сюда надо ставить, да? А, нет. А вот туда надо вон тут вставлять, фиолетовый. Чтобы один, одинакового цвета были. Пес. Ты офигел, пес. Пес. Так, надо поменять на коробочках. Выбирать цветочка. Именочка. Давай. Вы чё, песы, что ли? Песик, 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 песик. А вы чё так далеко стоите? Где там ты? Я просто
когда драка, просто взлетаю этим товарищем. И все. Как бы. Он там. А, вон. Так, туда надо как-то пробраться. Так, погоди, а если мы сделаем вот так? Тихо-тихо. Деда. Так, а куда ты поставил? Во, тихо. Деда, давай. Ай, деда. Сейчас пропадет коломна. Твориссимо, Данон. Так, сейчас. Давай. Сейчас колонна пропадет. Да ёка. Только я забрался, только приготовился. Гипдрокулу эту хочу взять. Блин. Пьяный, что ли? Так, давай, Диджан. Куда ты ее поставил? Так, давай. Так, давай еще раз, Диджан. Мы сейчас без щита просто вот так вот. Нет, Диджан. Собака, я ж почти... А, короче, не долетишь, я понял. А, вот же есть, ёперный. Всё. Слепец. Артурка. Стоп. Бе падать, не падать. Так, а куда я шел? А, точно. О, тут еще есть... Биндрокулы, подожди. Вон. А, спасите, я был неправ, помогите. Кто там орёт? Кто орёт? Где ты? Печка. А, закопали кого-то. Генри, так а что ты? Бля, тут еще и курица. Что это за издевательство над человеком? Пожалуйста. Все равно у меня больше вопросов, чем ответов на них. Вот, мне интересно, почему ты оказался закопан, да? Тут. Давай, выкапывайся. В смысле, не надо помогать. Не понял. Так, подожди секунду. Погодите секундочку. Погодите, секундочку. Блин. Ага. Не работает, я понял. Сейчас момент. Тут. Ждать-то работало. Да, а в чем, собственно? Так. Хорошо. Какую магию это способ живущий в песке много
Леденковые черви, другие существа эффект начищают. Странная история, конечно. Так, глядимся. Я что-то не понял. Что он от нас хочет? Так. Я не совсем закопал, что ли? Так. Ломное устройство какое-то. Так, где-то еще, да, что-то? Подожди, Фейн, не до тебя. Нужно узнать историю Генри Окуса. Почему он оказался закопан? А где еще? Генри. И еще одна. Генри. А вон два чувака каких-то стоят. Тернер Хантер. Ну куда ты меня ведешь? Мне еще возвращаться. Собачка, не трогай. Всё? Никто не видел. Я как ниндзя. Так, где-то еще одна. Смотрите вокруг. Я же все осмотрел. В воде, что ли? Нету. Можешь с товарищами с этими поговорить. Привет. Да, Ренатка. Я не успел сегодня зайти на твой стрим, посмотреть, как ты там проходил. Я зашел, а ты уже все. Всем пока сказал. Ты как, а как ты стримил? Там же скорость забирает. Как это ты стримил его и еще это самое? Интернет же там настраивать надо. Название какое у нее? Можешь этот куда-нибудь какой-нибудь написать чат там на Team там. Я знаю, что такие есть. Вот, но я просто не помню, как оно называется. И не искал. А, ну все, я понял, да. Знаю такую. Пипец. Не, я покупать не буду. А что, нельзя использовать вот этот опен, который там вот этот с кодом? Это какая-то хитрота тут. А-а-а! Генри. Лопата. Трактовать. Так. Краб. Двое прохожих.
Так, давай. Лопата на краю, двое прохожих. Краб. Не может быть. Не может. Так, отмена. А, вот трактовай. Я понял, 100 рублей на месяц. Ну, я не знаю, я даже 100 рублей не хочу отдавать. Просто так. А что тебе не нравится-то? Запеченная курица. Не может быть. Мысли не может быть. Ну да, ну понимаешь, тут еще мысль такая, что... Этот самый, как и называется. У него провайдера, у его провайдера какая-то своя тема. Какими-то другими путями. О, наконец-то. Так, двоих прохожих. Тени не смеет войти, потому что боится гуляющей парочки. Как сопоставить? О, кто-то закопал Генри. Да они закопали Генри. Я дедуктивный метод просто при сейчас... произвел. Ну, повезло Антону, что я могу сказать. Элита. Это мы гуляем, да. Мы просто гуляем. Да, мы гуляем. Пойдем гулять дальше, куда-нибудь еще. Какого урока? Никакого, то есть жареные цыплята очень опасны. Мы могут... Важный урок, а мы пойдем. Довольно. Гуляем. Просим Сони угостить. Чё-чё-чё. У вас двоих, да, пойман вообще ничего не делал. Ясно, Ренатка. Красавчик. Свобода. Как прекрасен ее вкус. Что за знак? Его что, со знаком закопали? А что-то там написано. Я съела яйди. Против чего? Или не же представить моему сердцу труду? Вот я и протестую. Какой труд? Нет, не умею. Вы, говорит, умеете хранить секреты? Конечно, умею. Вот и я, говорит, умею. Они просто гуляют, просто это и просто закапывают. Что-то какие-то у них там все очень просто. Так, слюньки текут. Так, краб. Умное устройство. Бочка с собой.
Так, давай сопоставить. О! Расстраивай урок на будущее. А почему? Сопоставить. Ой. Давай сопоставить. Нет. Нет. А, точно. Сейчас, погоди. Может, с устройством? Давай. Так, давай. Да не, надо сопоставлять. Урок на будущее и устройство. Просто так. Как много текста найти на эту страну, извлечь из них ядра и дать заказчикам, так мы платить. Ага. Что-то мутнота какая-то. Что у тебя выходные, Ренатка? Так, я возьму 70. Семь машин надо раскирачить. 7 ядер, и мы с вами разбогатеем. О, Нейт, привет. Сегодня нет. Ну, я пока на Шаукане остановился, если быть честным. Я еще попробовал Рейдена. Тоже неплохо выглядит, но там надо побольше тренироваться. А ты, Ренатка, все-таки на ком теперь играешь? Ренатка вот стримит МК. Вон, который Кикицуни. Ты же помнишь Кикицуни? Что ты делаешь? А у тебя по требованиям проходит? Нейт. А-а-а. Ну, может, в него он и упирается? Настройки графики там делал? Подводную камеру нам показывать сейчас будет. Я им покажу. Ух, я им покажу. Я сделал это не бесплатно. Я по диспетчеру смотрел, тогда крашивало 47%, всего 100% не было. Ну, Нейт, возможно, а по температуре как было? Привет, Эмильчик. А чё у меня
Неправильное описание стоит. Я вроде ставил Геншин сегодня, да, все верно. Даже не МК, у меня даже нигде не написано МК. Но люди все равно приходят. Прикольно. Вот. Надо посмотреть температуру, потому что если процессор перегревается, то он начинает снижать себе частоту, чтобы не нагревался. Вот, соответственно, он снижает частоту, и из-за этого становится хуже. И по процу еще, то есть он тебя не проходит, и проц еще хуже стал, и все, и у тебя начинается вылет. Как бы. Понимаешь? Инженерия. Короче, у него боязнь воды. Гидрофобия у него. Вроде сегодня выпустили патч на ПК, надо попробовать. Ну, сегодня как сегодня выпустили патч на ПК, он, по идее, должен исправлять мелкие фризы в этом. Как ее называется? Скажи мне, я скажу. В меню, вот где там вот все 30 FPS. Мини-фризы вот эти. Но что-то я зашел. Это какой-то разницы не увидел. Если честно. А что тут еще у меня? Что мне показывает? А. А, баги. Ну, я тебе могу так сказать. Интернет не работает все равно. Так, запечатлеть один гетеромохнатых инородов Фантомера. Запечатлеть типа ксеномохнатых инородов Фантомера. Ксеномохнатые инороды какие-то. Да, есть. Есть такое дело. Пойду ксеномохнатых фотографировать. Так, рядом есть ксеномохнатые, отлично. А где? А, вот он. Ну, пускай будет. Так, ксеномохнатые есть. Так, запечатлите три типа ксеномохнатых. А, я понял. Надо ксеномохнатых просто искать разных. Все. Просто странно, тот же Элден тянет спокойно, а МК нормально не работает. Ну, понимаешь, в Элдене другой движок, другая оптимизация. Что другое? Может быть, там не так нагружено какими-то деталями. Да ё-моё, ты будешь... О. Так, синомохнатый, где еще? О, драка. Это будет драка. Заработаем. А, кажется, ну, посмотри, я тебе, знаешь, что рекомендую сделать? Вот ты, короче, потому что у тебя игра крашится, и каждый раз после краша, естественно, она будет шейдеры пересобирать, потому что она думает, что она их никогда не делала, игра. Вот, я тебе что рекомендую сделать? Запустить игру один раз, она сделает, короче, шейдеры-хирейдеры,
И ты просто возьми и сразу закрывай игру. Вот. И после того, как ты это сделаешь, зайди обратно. И уже шейдеры, наверное, не должны будут показываться. Просто надо зафиксировать, что игра уже это все делала, чтобы она заново не делала этого. Понял? О, ксеномохнатый, сейчас, погоди. Не. Если оно вначале сделало, то по идее оно должно работать потом. Но у меня, короче, я через Alt F4 закрыл игру. И когда я в следующий раз заходил, он опять это начал шейдеры там прогонять. Вот, я подумал сделать вот так. Как вот я тебе сейчас сказал. Понял? Вот. Так, ксеномохнатый. Ой. Так, мне нужен еще один ксеномохнатый другого вида. А где же его? Ну а сюда телепортнемся. А ты как покупал его? Казахстан? Ну это местная крипта, да. А-а-а. Не подарком даже. Интересно. Блин, ксеномохнатый. А этот не менял регион, нет? А, дефолт ты взял. Я понял. Не, я такие вещи дефолтовые не беру, потому что по дефолту там персонажей мало. Меня не устраивало, что я получу, и у меня не будет персонажа на старте. Ну, я, короче, поискал это самое. У них на сайте так и написано, что в данный момент... Просто написано, что 20 числа они опубликовали эту надпись, что в данный момент нет доступа к серверам у игроков из Беларуси и России. Просто нет такого там, что вот поэтому. Просто написано, что доступа нет. Ну да, там по IP. Дело в том, что когда был стресс-тест, в стресс-тесте все работало. Так. Так, это на суше. Ну да. Без предупреждения. Ну ничего. Может быть, сделают. 11-й это работает. Есть, знаешь, какое подозрение?
Они используют те же сервера, что и мультиверс. Вот. Ну, основные. То были тестовые, а основные сервера, допустим, они используют в этом. Которые вот мультиверс. А у мультиверс в свое время как раз онлайн там по айпишникам забанили. Вот. Из-за этого. Так, ребята. А, их надо было фотографировать, а я их убил. Ну так там айпишники-то это. Вот он. Пес. Ну, мне не понравилось у ней то, что у ней много назад-вперед кнопок. Мне не нравится, когда много назад-вперед кнопок. А Рейн это кто? Рейн. Это я не помню Рейна. Кто такой Рейн? А, Рейн, ниндзя. Все, вспомнил. Который сейчас этот Гэндальфом стал. Мистер Гэндальф, да. О. Опа. Тихо-тихо-тихо, родной. Тихо-тихо. Это что такое? Десять секунд. Ну, Скорпион там у него эти, как их называются, удары. У него там дистанция полкилометра этого хлыста его. Он просто контролирует весь экран. В хороших руках, наверное, будет сильный. Но не в моих, наверное. Это не про меня. Ну, я Бараку так сильно не тестил, но я тебе верю. Так, что-то тут реликвия как. Да, на стримах много кого видел, просто одной серии спамит и побеждает. Хотел и Камео Тремор, и... Нет, Камео Тремора не видел. А чё, анонсировали Тремора? Я не видел просто.
А, да? Ну, я знаю, что в первом комбат-паке будут всякие вот эти... Ну, и понял, короче. Кванчи. Кстати, Кванчи... Я посмотрел... у него, короче, мувсет как у этого. Как у Шанцунга из МК-11. То есть, получается, они сделали нового Шанцунга, а его движение пересадили Кванчи в МК-1. Просто... Понимаешь? Я смотрю такой, думаю, ё-моё, ну это ж Шанцунг, его вот эти поки, тычки, вот все его. Я удивился вообще. Кто-то говорит, что по ощущениям прям этот МК-9. Старый, добрый. Ну, будет скоро, наверное, какой-нибудь тизер, трейлер, разбор. Так, фотографируем. Ну да. Ну первый комбат-пак, это будет Ермак, Хоумлендер, Супермен из пацанов и Кванчи. И Такеда. Вот 5 персонажей, которые будут в первом комбат-паке. Его показывали еще до релиза. Хоумлендер, короче, да. Но вот Кванчи я видел геймплей. Но это, блин, Шансунг. Без возможности перевращаться. Все его мувы. Может, конечно, поменяется, но я прям не могу. И это, короче, у меня такое ощущение, что с Омнименом и Хоумлендером будут какие-нибудь похожие. Они возьмут, допустим, из Инжастиса там первого или второго мувсет там Супермена и приделают его... Допустим, Хоумлендеру сделают мувсет Супермена, а Омнимену сделают мувсет, я не знаю, там... Чудо-женщина, либо сестры Супермена этот. У меня такое ощущение, что они забивать голову не будут новыми мувсетами, они просто импортируют их из других частей. Так, стоп. Да, это злой Супермен. Ты не смотрел сериал? Толь, сразу третий сезон, ты чё? Надо с первого смотреть, чтобы всю соль понять, ты чё? Так, и куда дальше? Ты пипец какой-то. Ой, я умер. Я с яишенки долбану. Как-то нет. Есть. Просто не смотрел с первого сезона, конечно, ты. Я.
Да ё-моё, ты... Что там понятно? Первая серия первого сезона начинается с того, что одному из этот самый парню, он там с девушкой стоял на дороге, и эту девушку сносит вот этот, который быстрый человек. Вот. И все. И потом он встречается вот с этим бородатым. А бородатый ненавидит этих суперлюдей, потому что они тоже его, короче, семью испоганили. Не помню, правда, точно, что там случилось, но то что-то у него там с семьей. Я потому что давно смотрел, начало тоже надо пересмотреть, короче. Вот, и он, короче, собрал группу, и они, зная, что на самом деле вот эти суперлюди, они никакие не добродетели, а херней занимаются. Вот, он начал против них войну. Вот, и вот этот с пареньком с этим встречаются, они ловят невидимого человека, все у него выуживают, ну и там одно за другим, там, ну, я тебе весь сюжет пересказывать не буду, вот. И вот они постепенно там раскрывают их тайны, почему они там такие стали, вот, рассказывают про вот эту Starlight, как она пришла туда, как она начала видеть эту подноготную, пыталась исправить, но у Хамлендера... Слишком много власти там. Ну, то есть, это надо смотреть. Просто это пипец. Ну, а чё тогда? Берёшь этот самый «Властелин колец», да, фильм, и прям сразу третью часть просто смотришь. Вообще, столько экономишь, я тебе могу сказать. Или берёшь этот, как его называется, сериал, этот самый, «Война престолов», и тоже последнюю серию прям смотришь, просто тупо последнюю серию смотришь, все зашибись, ну все понятно же. Блин, да ты так сказанул, пипец, меня аж это вывернуло. Да, говорит, чё, говорит, там смотреть, сразу, говорит, третий сезон начал смотреть. Красавчик просто. 5 с плюсом, блядь. Вон. Амай. Кеньо банджак. Ой. А чё это я всплыл? А, я же нырять могу. Я тебя понял. Но это такое себе, знаешь, это тоже я тебя не понимаю. Я смотрел ради актера. Очень интересно. Да, мы попробуем посмотреть, сколько урона даст. Погоди. Не уходи. А давай вот так вот сделаем. Вот так вот сделаем. Так вот сделаем. И вот так вот сделаем. Все. А еще не все. А что за актер-то? Какой из них? Бучер, что ли? А, Кэп! Да ну. Ну не знаю, прям ай, вах, я не скажу. Ну да, сюжет может быть прикольно. Но я говорю, я не знаю, как так можно начать смотреть просто с третьего сезона, ну чисто чтобы посмотреть на лицо этого Эклса, все, ну. Ну я не знаю, это такое все. По мне так.
Да ё-моё, ты будешь попадать? Да ему не то, что насрать на все, он просто кое-что любит. И чтобы это получать, он делал то, что нужно. У него это расстройство. У него он впадает в ярость и просто, ну. Ну ты сам видел, короче. Я не знаю, что я сейчас сделал. Давай, дедуль. Ой, там еще что-то. А, ты еще не умер? Чай она собирает тут. Ну, не просто так его предали. Так, давай, Кью. Кью. Ну, сейчас я все объясню. Привет, Антон. Ну, во-первых, тут ивент, ему осталось 3 дня. Я не знаю, успею, смогу ли я на выходных его сделать, потому что на выходных там работа есть. Я решил, сегодня у меня есть свободное времечко, и я решил его сделать. Это раз. Во-вторых, почему не МК? Чтобы сделать МК, тебе не нужно ничего делать, чтобы играть. Ты запустил, да, у тебя там какой-то суперпровайдер, у него какие-то свои пути-шлюзы, короче, и у тебя онлайн работает. У нас в основном, в остальной части людей, по большей части, не работает онлайн. Поэтому нужно включать либо VPN, либо Proxy. Вот, допустим, если я через VPN, то стримить тогда не получится, потому что скорость, сам понимаешь, режется. Вот, а если Proxy, то надо покупать ее. Да, она стоит 100 рублей, но я не хочу это делать. Доминик, хай. Я... No Mortal Kombat. I'm sorry, man, that but I play Mortal Kombat mostly offline and will put video on YouTube because online doesn't work in Russia. So and I don't know if it will be. Да. Yeah, and I saw that on Warner Brothers site they posted a message on 12th of September or 12th or 20th of September that the services not available for now, they say. So I don't know if it will be permanent or they will fix it. I don't know, because on stress test it worked. Да, я так и делаю. Я на Ютубе потом буду выкладывать. Просто я сюжетку пройду и потом займусь остальными делами. So, how was your stream, Dominic? I saw that you was training again and played some invasion. Did you try online? Yeah, I remember. I remember.
Когда именно фризинг был? Потому что если фризинг, допустим, был в этих, как называется, в всяких спешалах, то такое может быть, да. Потому что там 30 FPS, это проблема. Они вроде сказали, что пофиксили, но на самом деле ни хрена не пофиксили. Ну и? What the fuck? Все, я понял. Да, он сейчас пока практикуется. В принципе, правильно делает. Доминик, don't talk politics, please. My stream is not about politics. If you want me to ban, Twitch ban me, yeah, please, sure, say politics, any. But if you don't want to Twitch ban me, don't say anything about politics, and even word politics, please. Yeah, I know you're just saying, but don't use politics things on Twitch, please. Так, я взял. Пойдем дальше. No, it's Twitch. Twitch. If you talk about politics outside the politic, how it says, theme of your stream, you could be banned permanently. Dominic, permanently. So I don't want that. So I don't say about politics on any stream. And I suggest you, if someone tells say politics stuff, to stop them, because you could be banned easily. Someone can send something to Twitch admins, and they will punish you. That's not a good thing. I saw a lot of like this. My friend was streaming, and someone send a report on him, and he gets striked. He don't have a lot of people, but he gets striked. So I'm just saying, so it's possible. Так, а я не понял, кого надо сфотографировать-то, ёперный театр. How you said impossible is possible, Dominic? Чё-то я вообще не пойму, чё надо. Impossible is possible. Так, куда мне идти? So, you trained enough? You ready to beat people? ついてこいなんて言ってない。
Well, we see about that. Это готово. Кого еще? So, are you gonna play Sub-Zero? Down 2, up forward block when you push and throw or high attack is kinda useless. Yeah, I watched the video that Mortal Kombat 1 have upper block now. And it's like give you possible opportunity to block and then attack. But it's kinda useless. As you say, yes. Награды. О, наконец-то я получил ключик. Так, кого-то здесь надо сфоткать. Так. This event is so boring. Ивент какой-то ни о чем, если честно. Ходишь, фотографируешь. Пробуем курицу сейчас заарканить. Странно. У тебя уведомление опаздывает. Че осуждаешь? Привет, еще раз. Че, отдохнул сегодня? Кого еще надо сфотографировать-то? А, вон, курица. Может быть. Типа не будем его отвлекать. Ой. Не спал? Не знаю, я бы после такого рабочего дня бы я бы уснул бы, наверное. Я бы не выдержал. Так, я могу пуделя зараканить, интересно? Блин, перезапуск. А, и тут перезапуск, блин. Рандеву, я понял. Не могу. Печаль. Ладно. Так, где там еще фото? Что-то этот ивент меня не впечатлил, Саш. Что-то как ходишь, что-то фотографируешь. Ничего тебе не рассказывают, ты ничего не делаешь, короче. Такое себе. Хоть примагемы соберу. О, утки. Нет, мне понравилось про игрушки вот. Которые там мелодии, вот это. О!
Белый лебедь на пруду качает он свою байду. Так. Че я должен фотографировать здесь? Ремодье, кератри. Кого мне надо фотографировать? А, может, мне надо лебедя фотографировать? I don't know, Dominic. It's hard to for me to play with stream. If I will play Go Ranked, I will do it without stream and then put YouTube videos. Ну как доработал, Саш? Работа не уменьшилась. Как бы я вот, знаешь, это движение есть, а прогресса нет. Сам знаешь, с чем сравнить можно, блядь. Нету ощущения законченности. Вот что я тебе могу сказать. But if they fix online, I will gladly stream Mortal Kombat again. No! If I told you, if I want to play online, I need to set up VPN or proxy server. They cut off internet speed. With cut off internet speed, I cannot stream and play because ping will be disastrous. Any understand? Yeah, говно 100 мегабит интернет. That's right. Ты мне лучше расскажи, как твоя пирушка. Какая пирушка? Get, блядь. I cannot. The situation didn't change. We... Don't have internet provider. Что надо сделать, я не помню. Останки морских существ должны быть где-то рядом. А, фотографируют на свете. А, не, почему несовместимо? Все прекрасно было совместимо. Я картошечки, креветки. Креветки даже от говна были очищены, я тебе могу сразу сказать. То есть, вообще шикарно. Разогрел. Я даже сейчас говорю про них, у меня слюни потекли. Ты просто берешь, кушаешь их. Ну, там чуть-чуть еще от хитина очистить и мясо докушиваешь. Ну вот, с кваском вообще прекрасно зашло. Ну, пока мой организм не сказал мне срочно идти на трон садиться. I cannot, Dominic. There is only one provider in our house. And it provider from the builder of this house. And we try to communicate with other providers. We even get in contact with one. He created like a plan how to provide us with internet. But there was an issue that wasn't one unknown. I don't know how to say it in English. Unknown like. Space that owner of the space is forbid to go through it, and there is no other way. So, without it consent, without his consent, we cannot move further. So that's why we still on the shitty internet. Утром куплю буряк и капусту. А что такое буряк? Остальное у меня есть. Я не знаю, что такое дурак. We don't have landlord, I think.
We have like a company that pay our bills for us and stuff. Look of, for around property. You can say like landlord, but it's more like organization that we have contact with. А, свекла. Все, я понял. Просто я такого слова раньше не слышал. Новое для меня слово. Буряк. О, я остался чуть-чуть. Чуть-чуть дофотографировать остался. Yes. Yes. Че это за хрень у меня? А, я куда-то какой-то квест нечаянно взял, да. Да? А чё это? Откуда оригинал слова этого, буряк? Я вот, допустим, если это изначально украинское слово, то я мог его не знать. Я, допустим, из белорусского знаю только цибуля, всё. Больше я не знаю там ничего. Украинского я больше знаю языка. Че надо фотографировать, я не пойму. А, у вас тоже цибули? Ну, похоже, да. Корни, может, где-то. Я говорю, что я... Большую станцию передачи пневмомусей. И летательный аппарат Антуна. А-а-а! Я... Все, я понял. Не, я не понял. Нет. Ну, пневмомуся, ну давай. Нет. Чё надо фотографировать, я чё-то не пойму. Блять. Рилли я. Летательный аппарат Антуана. Что надо сделать? А, вот. Ну. Что надо поменять? А, блядь. И как я должен это был узнать? Пипец, анимание, глянь, поближе к телепорту сделать. Короче, мне не нравится. Я недоволен. Полгода еще бежать надо куда-то. Я на вас сейчас зло сорвусь. Злой сорву, не вы не против. Та-дан-тан-та-дан. Пневмомамуся. О, сундучара. Нормально. Кого надо? Подожди. Вот это надо. Попадал. И вот этого, наверное, надо смотреть, да? Да тихо ты. Ой. Нанкоу Хираку, Тендоу Баншоу. Так, а кто-то еще остался, что ли?
He don't have Mortal Kombat. He will buy it when it will be cheaper. On sale. Пипец, надо туда залезать. Охренели? Так, что надо снять здесь? А, корабль. Наверное, да? Или нет? А, все, понял. О, 496, нормально. Сейчас мы покрутим. Все. Я все снял. Ну что, давайте покрутим. Поехали в Люе. Куда-нибудь. Вот сюда. Ой, не, вот сюда. Или даже не туда. Ну что, покрутим, посмотрим, выпадет что-нибудь, может. Елочка какая-нибудь. Прикольная. О, есть круточки. Давай посмотрим. Елка мне должна выпасть скоро. Так, еще два раза. Давай, гарантик, выпадай. Да. Ни хрена. Де. Но это еще не все. Вот бич, согласен. Я не буду трайхардить, ты сам знаешь, как я играю. Ха, твоя любимая мать. Когда персонаж станет или теряет хп, он получает 40% бонус всего элементального физического на 3 секунды. Интересно. Я мы кое-что попробуем. Так, что там у нас по залам? Так, ну тут вентилятор. Тут вентилятор зайдет, наверное, да? Да, вентилятор, ну, первое там нормально будет. Да. Так, давай, значит, мы берем. Первую мы берем нашу команду. Вентилятор. Давай возьмем вот так вот. Ой. Вот так вот. Ой. Вот так вот и вот так вот. Вот. Ну, это стандарт. А, здесь мы пойдем другим путем. Я знаю, что у меня мощностей не так много. Но мы пойдем таким путем. Давай. Я просто хочу попробовать. Если не получится, я рестартану. Так, ладно, давай, пойдем так. Взяли. Это еще надо взять. А, деда надо взять. Про деда я забыл.
Ну, Пиросяу, у него этот, на ульту не действует. Когда он переходит в ульту, его инфузия перебивает. Так, защита персонажа, сила атаки плюс 40, максимальная ХП. Ну, давай это попробуем. Да, вот так делаем. О, да, там. И ночью, штыка такая. Чё, ребята, чё? Чё, ребята, что? Давайте, что там у вас? Посмотрим сейчас. Подожди, смерть. Я еще не готов. А, точно, надо... Чё-то у меня этот брейнфак, я забыл, какие кнопки нажимать. Хо! 79! 80! Блять! Дед, ну ты видел? Ебать. Так, ладно. Хорошо. Идем дальше. Так, восстановление энергии, да. Барбара, икё? Мюзик. Всё нормально, да? Ребята, ну... Ёбаный. Вы же понимаете, что я... под Барбарой. А чё ты? А, на тебе эффекта не было, ё-моё. Уээ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 э
Так, ну что, давай, дубль 2. Так, ловушку дед забыл поставить. Так, я готов. Так, стоп. 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 Блин, он не в этой стоял. Ну ладно, и так сойдет. Да нет, сотку я не выжму, у меня там артефакты не очень хорошие. Продолжите.
Давай еще. О, господи. Ну, может быть, посмотрим. Бери на море. Так, ты, родной, что там делаешь? Фига себе, у него там автоматная очередь. Че, друг? Эй, выпусти меня, женщина, блядь. Чем больше ульта, чем дольше ульта, тем больше растет урона. Это пассивка Коршуна. А-а-а. Понял. О, они собрались там, где мне нужно. Ой. Неплохо, ладно, идем дальше. Так, ну тут опять вентилятор, да, вентилятор. А тут что у нас? Гвишап, ну да. Все нормально, идем по такой же схеме. Вентилятор. Такая же схема. Дяосан. Блин, но с дедом, конечно, это прекрасно проходить. О, шанс крит попадания, нормально. Без деда я бы далеко бы не ушел. Перемолото. Пак. 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 Азм есть им смерть, блядь. Это я еще в артефакты не вложился. Прикинь, если бы я ему еще артефакты собрал там на крит урон, на шанс крита нормальный. Ну да, я видел 84. Зашибись. Мне понравилось. Извините. Ну, мастерство стихий, давайте посмотрим. Поднимем. Давайте, мне нужна ульта. Давайте, мне нужна ульта, родные. А, я не достаю, да? Ладно. Да, что там? Что там? Что там у вас? Приходите по очереди, пожалуйста. Да ладно, нормально. Радостная отрыжка. О, ешь швапы.
А что там по ульте? Ну давайте, где там ульта-то, родная? Так, ребята, давайте, становитесь. Встаньте, дети, встаньте в круг, встаньте в круг. Блять. Вот он, гад. Ладно, и так сойдет. А, еще один зал. Ну давай. Давай, поднимаем. А, я не могу, да? Какие, я не могу посмотреть, что там у персонажа, какие статы. Че вы ба это абьюзите, абьюзите бродяжку. Вы че, ребят? Он вам отомстит. Ну, ребят, я так не играю. Они барда решили обидеть. О, ничего себе. О, это мы сейчас любить будем. Давайте мне ульты собираем. Отлично. Останавливаемся. Ультуем, ультуем, ультуем. Хорошо. 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 На литний день против переслаймовся, иначе капец. Я понял, я сейчас вот эту замораживалку возьму. Ну тут все, вторая пачка по-старому. А вот в первую надо замораживалку взять. Беннет. Ну, видишь, у меня есть опция, слава богу. Мы возьмем туда вот это. И... А, мы можем же вот так сделать. Я эту плюта. Да нет, возьмем мону, наверное. Хотя, может быть, надо было взять эту. Ну ладно. Я посмотрю, как пойдет. Змонолит! А что, что не так что-то? Ой, не подак ультанул. Эй!
Так, вентилятор, пора работать. Вентилятор, работай! Вентилятор, работай! Нормально. Не знаю, как я тут буду делать сейчас что-то. Так, давайте. Работаем. Ой, куда ты улетел-то? Жун. Козлы! Чё ж вы рядом-то деретесь? Бляха. Заново. Так. Ладно, попробуем замораживать больше. Тогда, получается, мне все-таки надо по-другому взять. Погоди. Да я дышу, дышу, дышу. Ой. Блядь. Я вентилятор лучше во вторую возьму. Так, давай, вентилятора берем сюда. А зачем? Я, наверное, могу просто сделать следующее. Погоди. Сейчас. Мы возьмем вот так. Мы возьмем... Кого мне? Мне надо кого-то в атаку. А, вот это возьмем. Вот это возьмем. Где ты? Тебя возьмем. И еще кого-то надо взять. И еще кого-то надо взять. Кого-то надо взять. Ну да. Тогда мы возьмем, наверное. Так, ну, первым, конечно, идет Бинет у нас по-любому. Бинет, дед, вот это, вот так вот мы сейчас пойдем. Вот. Вот.
Барбара, икё? Мюзик, старт! Юмэйо, коко ни идэйо! Сакура Кабуки! Аддикто! Юкио май! Вот эти козлы меня убивают. Что вы делаете тут? Вы что делаете? Что делаете, твари? Не трогайте, блядь. Не трогайте. О, да-да-да, собирайтесь вокруг меня. Куда ты, блядь, пошел? Ну-ка нахуй. Да ё-моё, вы... Тяжело без вентилятора, очень тяжело. Козлы. А, ты не можешь? Козли, ну блядь, ну. Нет, мне не нравится, давай еще раз. Давай так, мы сейчас сделаем. Так, вот тебе вас надо убрать. Вы там подпердываете, стоите. Контроль, блядь. Не смей трогать, блядь. Сдох. Не, не сдох. Он успел, блядь, взлететь, тварь. Контроль, блядь. Куда? Кто там, блядь? Блин, 67, пизда вообще.
Так, а кто тут? Вот эти уроды. Бля, 53. Сука. Так, а я что, с первой, да, начну? Да я знаю, но они сами туда подходят. Вот в чем проблема. Как их увести, вопрос? Вот эти еще стреляют. Они туда прям у них как намазано, они туда идут, блядь. Куда, блядь? Вот я ушел, блин, оттуда. Они, смотри, они просто стоят и игнорируют меня нахрен. Они просто бьют его и жрут. Им срать на меня. Не он, вон стоит вот этот. Вот как мне тебе надо спровоцировать, чтобы ты на меня шел, а? Вот давай, я вот отошел, ну. Нет, он упорно, блядь, стоит и жрет монолит. Ну вот как мне его? Ладно. Так, сейчас. Подожди. Сахарок? Что за сахарок? У меня нет сахарозы. Так, там первые огненные, да, у нас идут? Во второй идут ледяные. Да, как раз я хочу. Меняем состав. Да. Интересно, а как этот их будет бить? Даже интересно просто. Ой, простите. Ой. А вторую мы пойдем.
Сейчас попробуем, подожди. Я пробую, я все пробую. Я все пробую. Куда полез? Тихо-тихо, ребята. Какого хера вы тут где забыли? Давай-давай, Ска. Собрал своих говнопачки свои и смог. Ну все, сейчас будет проще. Убить проще. Монолит — это самое зло, короче, было. Ну у тебя персонажи получше, чем мои. Ой. Дедуль, я забыл. Yeah.
Иди нахер. Так, что тут у нас будет? А, ну хорошо, для Скары как... Ничего себе. Чуть не умер у меня там, товарищ. Ого. Чё он такие болючие-то, ребята? Фига себе, они больно бьются. Вы чё, ребята, блядь? Попутали что-то? Да ёперный. Блин, еще? Да сколько вас тут? Не, ну сейчас же можно уже перепройти даже. Главное, монолит уже не надо. Ой-ой, как плохо. Сейчас я... Да, без огня, конечно, тяжеловато. Хрящи щиты снимай. Ой-ой-ой. Живи, малютка. Не успею, чуть-чуть не успел. Не успею. А я успел. На последней секунде, блядь. Ну почти на последней. Бутонизация. Бутонизация. Да. Третий зал. Нормально. Унуту убил ровно на 7-0, мне засчитало. А, ну хорошо. これで。ガン
ここにある。礼を与える虫けらが天へと舞い。これで、これで、せ、は、へい、これで、は、や。わしに手を出すつもりか？難攻不落。お前にやろう。やせ。Да, да, да, Снайпхида. Снайпхида, да. Ой, где швап этот? Король геошвапов. Ну тут только это, стандартная трата. Да ладно. Тама-тама-йо, тама-тама-тама-йо. Так, да, ну до 12-го дошел, с костылями, но дошел. Но 12-й я не пройду, у меня дымага не хватит. У меня проверка на дымаг не проходит 12-й этаж. К сожалению, ладно. Магикунки. Магикунки. А тут ледяная. Вот я ледяную плохо бить буду. Мне нужно что-нибудь огненное. Я могу до дойти, а потом третий зал пройти с огненным чем-нибудь. Мне главное дойти. Нужна сянька и аяка, иначе бан. Да, подожди. Сянка и аяка. Ну, давай. А сян это кто? Сянка. Кто сянка? Я. Сянка это кто сянка? У меня нет, у меня сянка не... А, у меня сянка не качана. Ты что, блядь? Ты что? Ставь мне сразу бан. Вот она где у меня находится. Чтоб ты понимал, да? Так что пойдем по стандарту. Как-нибудь так. А здесь пойдем по этому стандарту. Подожди, а зачем тогда там мороз, если там огонь нужен? Не, ну это когда я дойду до третьего этажа, я потом рестартану и дойду туда с огнем. Я так хочу. Прям я возьму туда глиномеску, короче... И все. Куда? Я не понимаю. Я здесь буду замораживать. А Крио там?
Зачем ты мне тогда сказал, что там нужна Аяка? Там огонь нужен. Давай так сделаем. В Магункенке? А я думал этим забить его. Короче, забей. Сейчас у меня откатится. Ну как тебе сказать, хорошие идеи? Я бы не назвал это хорошими идеями. Сейчас он. Ага. Давай, иди сюда. Блядь, как он заебал. Погоди. Тут надо выжидать, когда он вот эту херню свою сделает. Так, я тебя сейчас не могу. Мне надо полгода ждать, пока ты встанешь, да? Блять! У меня ульта не сработала, Фарузан. Я думал, что я ультанул Фарузана, а она не ультанула. Где ты, блядь? Вот он. Я знаю, что ты где-то здесь окажешь. А, нет. Ты чё, охуел? За ним бегать надо полгода, блядь. Блядь, еще столб этот ебаный. Блять, вот он ган. Ну ты готов. Я тебе ульту там приготовил, а ты сыбался. Ух ты, ёпта, нихуя себе.
Кударанай. Мойро! Вашими теода! Нанко Храк! Я! Хазлина. Барбара, икё? Ох, вы козлы, я понял. Ого. Ого. Это что, блядь, за моча такая? А ты откуда вылезла, родная? Не, я тут навряд ли успею. На троечку. Я долго мог Кенки убивал. Да и этих я тоже долго убиваю. Я говорю, я не прохожу. Я даже стараться не буду, потому что я знаю, что... Так что, Саня, извини. Я даже стараться не буду. И это будет пот сейчас на еще час. Я не хочу потеть. Может быть, я еще зайду. Попробую. Но нет, я готов. Я свои... Кровные получил. Полетели обратно. Где ты? Где ты? Да? Вытащил там вот это, конечно, на последней секунде. Это было интересно. Давай, я царь мира, ёп. Где левее? Пошли. Фиолочку выкрутим еще. Хотя бы. Давай. Па! Фиолочку дай мне. Я потом еще круточку возьму, одну бесплатную. Давай. Сегодня будет фиолка, нет? Нет, не будет. Походу на 10-й там будет. Сколько я открутил сегодня? Раз, два, 5 штук открутил, да? Давай посмотрим. Раз, два,
А, 7. 7 я открутил, получается. Может быть, да, может быть 8. Так что нет. У меня, видишь, вот этот фрими не падает. Вон. Где этот? Мальчик-водолаз, вот просто, понимаешь? Еще одно не хватает. И все. Эх, чича, чича. Расстроила меня, чича. А, кстати, вот еще есть. Можно попробовать пойти поискать. Сколько у меня, кстати? А, не, не хватит. Но все равно надо открыть. Есть ключ. Ты не знаешь, где там... можно открыть дверцу где-нибудь тут. Может, ты помнишь на память? Где ключик применить можно? Да, 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 да. Право вверху. Окей, давай. На север. Бегу. Так, это мне надо по левую руку. Как говоришь ты? Леворуч. Норд-вест-норд, блядь. Где там? Я правильно бегу? Если я не открывал, конечно. Навряд ли открывал я. Навряд ли здесь был. А, не, не открывал, во. О, Сашка, голова! Но? Ты, я бы сказал, незаменим. Может, еще на одну накруточку наберем. Вон там сундуки. А вон там еще одна через дорогу. Надо запомнить будет. Да, я тем более тут не ходил, считай. Ой, зря я ультанул, конечно. Да я запомню, на севере. Вот здесь вот, короче. Ничего нету, копай. Копай нету. Блять, нету. Тут, наверное, внизу это. А, тут его еще и держит. Вот тварь. Так, где я? Разрыв. Разрыв говна нужно. Так, а как тут его жахнуть-то? Надо все разом как-то жахнуть. Тут, наверное, вдвоем надо жахать. Один, наверное, не справится.
Или нет? А. Нормально. Так, а где меточка? А, она рядом тут прям. Полетели. Вау. Warcraft пошел. Помнишь, да, как я у тебя лодку угнал? И Саша стоит такой, смотрит. Куда? Куда ты полетел? Это не я, это этот все. Барт. Нормально, два сундука подряд. А я интересно умру, если с этой высоты вниз так сигану. Неа. Хорошо. Так, вон там еще что-то закрытое. И вон там еще закрытое. Где? Да, как об асфальт. Кто там? Идите нахрен, я вас не хочу. Ой. Ой, а я что-то открыл, да? Не понял. Стой. Интересно. Я не знал, что тут такая механика есть. Что там, может, я уже набрал? Нет. Но, слушай, нормально так набирается. Шустренько, я бы сказал. Так. Сундуки, родные. Я знаю, что у вас тут должно быть много. Я вас тут не лутал практически. Блин, жалко, компаса нету. Чё, знаешь, они так придумали, типа, в чужом мире компасом пользоваться нельзя. Может, тут можно? Надо всех бить, короче. А копай нету здесь? Кого ты ультанул, блин? Сумасшедший. Шредер и МК-1, дальше не идет. Подожди, жди. Первый раз может долго быть. Блин, я думал, что это сундук. Начал за него драться, а это оказалось ведро, блин.
О, я вижу. Да! Подстава! Ой. А мне фотоаппарат-то больше не нужен. Да, я все кнопки понажимал. Чего мне не хватает? А что у меня здесь было? Я не помню. Ну ладно, тогда пускай будет фотоаппарат. Ты подожди. Дай ей подольше времени. Дай-ка мне полечить надо Скару. Кстати, я пробовал ультовать, короче, в руду. Ульта руду не убивает. Прикинь, какая жалость. Ну просто, видимо, мне тогда не повезло. Я потому что ультанул в руду, а она, короче, не разбилась. Я такой, понятно. И расстроился. А оно, видишь, как оказывается. Просто не всегда. Просто не всегда. Еще женщина. Меня сегодня в щите забулили эти анимахилучировали. Немного накинул Скару в воздухе, и эти бульбашки от Гидослайма. Щит где-то не дает Скаре прям невидимость. Вон оно что, Михалыч. Ну, логично, да. Если бы щит вообще был никем не пробиваемый, это была бы имбовая имба. Вот, а так делать нельзя, конечно. Поэтому не удивлюсь. Мотылёк, куда же ты летишь? Оп. О, привет. Так, что тут у нас еще есть? Вон, вижу сундук. Да, мы пособираем чутка. На еще одну круточку. Отхутаврчная. Это как это? Тут фея нужна. Ёперный. О, там какой-то птиц сидит. Дай-ка его словлю. Понял. Вот тут надо вторую, а я не знаю, где она. А что такое я нашел?
Вон там я какую-то ракушку использовал, но я нашел. Полезная ракушка. Ой, блядь! А, ну нормально. О, 10, нормально. Что там наверху? А куда я летю? О. Огонь. Че ты нашел такое? Ой. Ой. Может, еще что? Да нет. Так, ну что там? Блин, ничего нет. Ой. Разогнался. Там еще не придумали. Не, ну придумали, просто что не создали. Что разбить? Вазы? Погоди. Ой. Я не хотел его бить. Да все хорошо, друг. Что-то я больше не вижу здесь вас. Ничего не произошло. Ты обманул меня. Я думал, сова, блядь. Ну да. Бля, Скара на полных парах. Ты видел, как он вверх взлетает? Просто Формула-1. Не иначе. О! Да ладно, ребят. Не кипишуйте. Сейчас у меня щит вернется, я к нему вернусь. Где? А это что такое? Тут не надо встать. Ну-ка. Ганзан Хачку.
Не. Ладно. О, а не, погоди, тут что-то есть. А, вон наверху какая-то херота. Поехали. Жопу проткнулся. Вон летательный в аппарат. Интересно, я его использовал, не? Пока. Ломалась. Куда-то я полетел. Еще в городе сундуков, наверное, до хера. Я там в городе не был. Пока летим, я вниз побачу. Там. Опа. А, ну как. А, я помню, это там, где ты на крышу потом такой спрыгнул вниз. И на крышу потом не смог забраться. Может, это оно? Похоже. Вон, да, вон она, крыша. Там как раз это, сундук был. Ну, осталось 12 штук собрать. Петюлечка. Как соберу, сразу крутану на месте. О! Тут что-то я видел видос, короче, из горы сделали пулемет. Он прям там стрелял, как это. Но я тут поступлю правильно. Я, короче, сейчас возьму сначала гимдраку, потом я возьму сундук. А то Сашка такой: о, сундук! Галя, блядь! Смена маршрута. И ушел на вниз. Тут десятка, наверное, должна быть, да? Да, ну все, я собрал. Ну, не отходя, так сказать, с места, можно сразу крутальнуть. Четенько прям подсобрал. Да, отдавал. У меня там, кстати, это... Еще я сейчас на фонтан слетаю. Вдруг у меня там это... Что есть? Что я хотел? А, да, я хотел посмотреть, сколько у меня синеньких медальков. 31 набралась, кстати, можно слетать, посмотреть, может, что-то дадут. Сейчас я тогда еще слетаю к статуе, потом от статуи фонтан. Давай. Эх, фиолка. Тьфу. Ну, кто там, водолаз? Нет, повоний. Но у меня еще одна крутка есть. Что думаешь? Так, ну ничего страшного, это приближает меня
к этому, к невели... К неве... К не... К невели... К... Ты понял, короче. Невели в тун. Тринадцать. О! Ой. Ой, я даже не знаю. Завтра я посмотрю. А чё мне дали? О! Сейчас я фонтанчик крутану. Где фонтан? Это здесь, да? Или где фонтан? Я забыл. А, вот он. Нефариус, короче, да. А-а-а. Потом как-нибудь поставлю. Блин, еще одного уровня не хватает. Сучка. И будет две крутки. Можешь побегать еще пособирать. Но сейчас ты пойдешь спать, а я еще побегаю, две крутки возьму. Нехай будут. А у меня ключ еще, наверное, есть. Я сейчас же апнул этот. Или нет ключа? Не дали ключа. Да, я... Если что, я тебя кину прям скринчик в личку. ХП, восстанова. Корона. Еще одна корона. Сила атаки, блядь. Сила атаки. Давай. Спокойной ночи, Саш. Спасибо, что побыл. Посопереживал. Чао-чао. Спокойной ночи. Та-та-та-та. О, сейчас вот это. Жахнем сразу. Как там? Что тебе там надо? Где ты, водолаз? Где ты? Вот он. Капелиус. Блин, ну ладно. А вот он твой. Ой. Ой. А ты два раза делаешь.
Даже три. Так, вы родите, где щит дедовский? Ага, я помню, два раза. Даже три раза. Давай, хиляйся. И ты тоже. Все? Отлично. Отлично, от нуля. Какая-то закрытая дверь. Видимо, по квесту откроется. Или нет? А, нет, смотри-ка. Ну давай, давай, дотягивай. Нормально. Что надо сделать? Я скажу, что ухление. Что значит? Может, тебя выкопать надо как? А. Тут еще. Ой.
А вот тут еще. Так, ну вот, я нашел уже здесь. А, нет? Ага. Так, и чё я тут? И надо все... Всё, я понял. Сейчас супер сундук я получу. А, ну это легко. Супер. Ну, какая-то штука, что это такое? Ой, я куда-то поехал куда-то. Куда плывем? А, вот сюда. О, мы приплыли. Мы приплыли. Понятно, что надо делать. Ага. Но в определенном порядке надо. Последний. Изи. Сколько у меня уже там набралось? 18. Нормально, идем, нормально. А мы так пособираем и понасобираем. Сейчас мы пособираем и насобираем. О, телепортирован, не активированный. Ой, деньги еще валяются на полу. О, там где? О. Сейчас мы. О, смотри, тренирует там.
кого-то. Так, идем. Так, погоди, а мне нужна разбивалка камней. Вот сюда. Не, мне разбивалка нужна. Где? Вон она. Все. Нашелся, попався. Так, теперь здесь разберемся. Понято. А, разбить надо, да. Куда? Так, одну разблокировали. Скорее всего, вот это. А если мы станем и заблокируем? Так, и теперь что здесь надо? Это открыл. Жук. Комнатулька какая-то. С кислородом. О, тут и медальки. И Хадранкула. Деньги. Круто, мне нравится. Я готов еще. Та-та-та-ра. Что там внизу? Ой, знаю. Ксио, да. Не пускает меня вредная Паймон. Тут мобили. Может, где-то еще что-нибудь увижу. Вот тут что-то. Какой-то. А тут. О. Оп. Так, тут. О. Какой-то пузырь. А, ракушка. Как мне эту ракушку раскрыть?
Это фея, может быть. Фея, фейная. Жизнь, вот, кофейная. Чё, ты меня атакуешь, да? Сундук сейчас вылезет. Нет. Это две феи должно быть. А где? О, Грокулус. И сундук тут еще. Всего лишь одного завалить. Так-то изи. О, там что-то это. 118. О. О. Так, дай-ка. Оружие мне нужно. Ой! Нифига себе! Что так больно? А, это босс вообще, типа? А, они типа связь еще у них какая-то, и типа их прерываешь, они... Ох ты, ё! Это да. Короче, надо от них вот так уворачиваться просто и разрывать связь потом. И они помрут одинаковой смертью. Давайте еще деда убейте мне. Козлы! Надо быстро реагировать. Так, еще один удар. Я победил. Давайте, Саяны, соединяйтесь.
Так, яишко. Ладно, пока за деда поплаваем. Не узнаешь, что надо его завалить, чтобы получить. Так, ну что там у нас по печатям? 30. Летим. Летим. Где ты? Где ты? Вот он. Фонтанидзе. Давай. Сейчас мы две круточки-то заимеем. И крутанем прям здесь на фонтане. Я бы сказал, даже в фонтане. Ну как-то крутить мертвыми товарищами, не. Не могу, слишком низко, да? Давай. Раз. Лук. Давай. Два. Принук. Два лука мне упало. Жопные луки. Ладно, давай еще поищем. Я, наверное, слишком глубоко забрался. Здесь я, наверное, забрал. Ракушка. О, здесь что-то. Что там? Ага, здесь тысяч моры сюда. Это зачем? Ну ладно. А, вот оно зачем. Я понял. Что? Так, и чё? Ладно,
Ого, феечка. Давай, хоть до хаты. Может, вторая там как раз в этом? Тоже в корабле прячется. А, кстати, тут... Она убьет, нет? В сердце ей ударил. Скорее всего, там в нем это как раз и ныкается. Такое у меня ощущение. А, я был прав. Давай. Охат. Где-то третья еще должна быть, да? А, ну в этом, наверное. Блин, в кораблях прячется, то третья здесь. Давай. А, ты еще. Полетела. Так, и чё происходит? Чё? Куда-то меня перемещает? То есть я прям посередочке, да? Прям какой-то VIP-сундук. Вяточки. А тут что у нас? О, кстати, данж. Я же могу данж пройти. Или нет? Там типа первый раз там сколько ты получаешь. Не. Ага, тут что-то у нас кроется. Где открывашка? Вон она. Извини, друг. Не повезло тебе.
последний. Я не понял, а зачем я переключаю? Их нужно туда-сюда переключить. И тогда они... Так, это что у нас такое? А, это быстрое путешествие. Да, я припутешествовал. Ну, конечно. Кто еще там, кто-то что ли? Громко его забрал зато. Так и куда мне использовать вот эту? Это, по-моему, тут все... Во! И прямо они тут валяются, деньги. На земле 15 тысяч. Пещера какая-то. Пойдем-ка проверим. Тут вот как надо, понял. Нужен водолаз или женщина это. Так. Что у нас тут, а? Тут, а, там вон сундук. Так, товарищ. Ого. А, погоди, а если мы возвратку будем делать? Во, изи. Давай.
всего-то. О, феечка. Че, это воскресить надо, женщину? Где ишки мои, вот они. Феечка, поехали. Куда поедем? Может, мне дадут что-нибудь, если я уничтожу все эти бочки? Что здесь? Что-то ничего не дали. Это грустно. О! Крутим. Три подряд раза лук выпал. Осуждаю, конечно, такое поведение. Негоже. Красненькая. Получается, я на сегодня все покрутил. Много раз покрутил даже. Это светлое, мне нужно темное. А вот темное. Здесь, скорее всего, да? Сверху где-то еще. Сейчас. Да, вон там. Я нашел. Гайдроку. У меня там гендроколов уже. Простите, это маловато, конечно. Это, конечно, маловато.
Маловато. А, это какой-то квест, я помню. Так, ладно. Здесь давай еще проверим. Здесь я тоже уже его открыл. А все, получается, да? Ой, кажется, так много, это самое. На самом деле так мало. Ой, что такое? Драка какая-то. Давай. Драки мы любим. ガンザンハチク天理チョーク。 Нормально. Сундук за драку. Это хорошо. Я, по-моему, тут не был, да, получается, раз тут какие-то штуки, которые я не видел. О, еще сундук. О, ребята. Так, водичка нужна. Так, а тут что у нас? Так оно там горит же, да? Ладно, сейчас еще раз попробуем. Так, сейчас попробуем. Сначала вдруг мы надо там это просто победить. Ёс,
Ладно, конечно, сундук не закрытый, а открытый. Гомика. Может, это просто, чтобы эти штуки появились, и все. Но ничего не происходит. Ну, сундук получил, да? Сундук. Ну, там еще один. Изи сундук. Ну какой орел сидит. Ой, мата. Ой, тут еще и громко. Ой. Ну, еще сундук. Я знаю, что по мне идет урон, но я его не чувствую. Богатые сундуки сплошные. А у тебя обычный, да, не SSD? Ну, я вот, допустим, недавно взял SSD, для, потому что, ну, не хватает, во-первых. И, короче, игры на SSD же надо ставить. Тогда тебе надо SSD какой-то брать, хотя бы на 256, чтобы туда игры, допустим, игру залил туда, поиграл, если места не хватает... Перенес на другой диск, другую поставил. Я так делал раньше. Потом мне надоело, я купил диск.
Пипец. Конечно, подстава. Что, типа из-за того, что у тебя... Они же... А интересно, они в этом... В этих, как их называется? В требованиях пишут, что типа нужен SSD. Я вот как не обращал внимания. Значит, это с их стороны упущение. Тут деньги уже не вернешь. Придется до лучших времен. Вообще сейчас, постольку-поскольку, все вот современные игрушки, их уже надо на этот ставить, на SSD. Все, что сейчас выходит, желательно на SSD ставить. Там даже когда плойка пятая выходила, там она хвалялась тем, что вот, я плойка пятая, у меня SSD, мгновенная загрузка и прочее. Вот. Так что такие пироги. Ладно, Нейт. Пойду я отдыхать. Сегодня у меня неудачный день был. Ничего не выкрутилось, что, что я хотел. Жопа. Ладно. Давай, удачи тебе там с мартухой. Давай, покупай SSD и будешь их убивать. Давай, снов, чао. Вот. Я пошел. Thank you.